Всем привет, ребята! Вы на канале Счастливый Кролик, и сегодня мы будем получать секретный рождественский скин Пигги. Называется он Замороженная Пигги, ребят. Давайте же я сегодня покажу вам, как его получить. И в этом деле мне помогут два моих любимых подписчика. Это Play Camila Miss и Play Sofia Miss. Давайте же посмотрим, что для этого надо взять. Вначале выбираем вот эту вот снежную карту, зимние каникулы. Теперь, ребята, мы выберем бота, потому что с ботом круто. Бот, мы посмотрим сейчас именно скин, который был разработчиками приготовлен, блин, именно для этой карты. Супер, погнали, начинаем! Так, все положили друг другу подарки? Упс, дайте мне 5 минут, я скоро вернусь. Ребят, и у нас действительно 5 минут, чтобы найти 5 подарков. Давайте же начнем. Первым делом бежим сюда, берем лопату. Она находится вот в этой комнате. Вот, видите, на тумбочке. Все, взяли лопату. Она нужна для того, чтобы расчистить сугробы. И давайте расчистим первый сугроб. Видите, и мы нашли сразу подарок — книга, ребят. Давайте побежим к другому сугробу и попробуем найти второй подарок — робот. Всего 2 подарка в сугробах, не забываем. После того, как мы найдем робота, можно бросать эту лопату. Побежали же, посмотрим возле домиков, может, мы откопаем наш подарок. Ребят, после того, как мы взяли подарок, его еще надо обязательно положить в нужную подарочную коробку, ребят. Все, я кидаю лопату, смотрите, беру робота и бегу вот в этот лабиринт. Видите, сюда вот забегаем, из этих кустов лабиринт, и здесь будет подарочная упаковка для Джорджа. Вот она, все, супер, я ему взял подарок, это будет для Джорджа. Теперь мы бежим быстрее к нашей елке и ложим подарок под елочку. Все, положили, супер. Теперь давайте найдем другой подарок, ребят. Давайте же посмотрим, где хрустит наша Пигги. По идее, ее должна отвлекать София. Так, ну что, ладно, нету Пигги, это хорошо. Бежим сюда, ребят. Здесь, в этом вот огороде, нам надо взять ключик. В основном он всегда здесь лежит, вот этот белый ключик. Если не здесь, то он лежит в домиках в тех. Сейчас я, кстати, побегу к этим домикам, и вы увидите. О, смотрите, София отвлекает Пигги, Пигги пробежала за ней. Супер, спасибо тебе. Да, вот белый ключ может еще лежать в одном из этих домиков. Открываем вот эту дверь. Смотрим, есть ли здесь что-нибудь. Так, здесь тоже ничего нет. И вот, которую дверь мы открыли, здесь находится подарок для пони, ребят. Сюда нам надо положить морковку. Ребят, морковка у Камилы. Сейчас она сюда прибежит и упакует эту морковку, и мы дадим пони потом этот подарок. Я же побежал, возьму Дрейдл, ребят. Дрейдл — это такой еврейский волчок. Кто хочет о нем узнать побольше, почитайте в интернете. Камил, пойдем упакуем морковку, быстрее сюда. Вот там подарок лежит, куда ее надо упаковать. Вот здесь он. Забегай и бери этот зеленый подарок. Ну а я побежал упаковывать наш Дрейдл. Дрейдл хочет жираф. Ему очень он нравится. И сейчас я покажу, где его упаковать. Найти этот подарок. А этот подарок... Ой, смотрите, Пигги пробежала опять за Софией. Бедная София круги наматывает. Ну что, а наша упаковка вот эта подарочная находится здесь для Дрейдла. Вот здесь, в этом огороде, она желтенькая. И жираф будет очень рад этому подарку. Давайте же быстрее побежим к елочке и оставим там этот подарочек для жирафа, ребят. Ребят, ту книгу, которую мы нашли под сугробом, Камила уже упаковала и положила под елочку. Это подарок Мими. Где же упаковка для этой книги? Вот в том доме, видите, за этим лабиринтом из кустов. В том доме вы найдете на столе подарочную упаковку для книги. Ну а сейчас я возьму шпагу. Это подарок для Зузи, ребят. И побежим его и упакуем. Где же подарочная упаковка от шпаги, ребят? Она находится на другой стороне за этими домами, вот в том ледяном таком, не лабиринте, но месте, в общем. Сейчас вы увидите все сами. Ай-яй-яй-яй, Пигги, походу она увязалась за нами. Я слышу, я да-да-да за нами, аккуратненько, забегаем сюда. Видите? И вот здесь вот эта упаковочка. Ложим шпагу сюда и быстрее забираем. И бежим, 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 пока нас не догнала Пигги. Ну все, ребят, это последний подарок. Теперь осталось его положить под елочку, и все будет супер. Давайте же быстрее добежим и положим наш подарок под елочку. Я здесь. Все, положили, супер.
Вы не поверите, что только что произошло. Какое-то странное существо все это время преследовало меня. Кто-нибудь из вас вообще видел это? Я даже пробежал по хижине, и она гналась за мной. Странно. Мы этого совсем не видели. А ты просто сбежал и нашел для нас подарки? Ух, смотри, важно то, что мы все вместе. Я согласна. Итак, теперь, когда мы все здесь, давайте обменяемся подарками. Большое спасибо за морковь, счастливый кролик. Я постараюсь сохранить ее на потом. И мне очень нравится эта книга. Я буду читать ее снова и снова. Фольга для ограждения. Теперь я могу быть такая же, как Зизи. Вот. Осторожно, Зузи. И не забудь поделиться этим с Зи, пока мы не получили еще одну шпагу. Большое тебе спасибо, счастливый кролик. Это выглядит так же, как дома. И это так много значит для меня. Ох, Дрейдл, давайте все, давайте играть. Всем счастливых рождественских каникул. Вот такая вот прикольная рождественская история в Пиге, ребят. Не забудьте, чтобы сбежать с этой карты, надо подойти к елке. Ну а я захожу в шоп, нажимаю в экстра скины и давайте посмотрим. Вот это замороженная Пиги, ребят. Очень-очень крутой скинчик. Давайте его выберем и попробуем поиграть, посмотреть, как он выглядит. И вот появилась Пиги. Подождите, сначала она забьет. Давайте посмотрим, как она убивает. Опа, Камилу замочили. И сейчас она убьет меня. Ох, как, да, прикольненько, прикольненько. А теперь я, ребят, Пиги. Посмотрите на этот классный скин. Когда я хожу, с меня еще сзади падают снежинки. Очень прикольно. Еще голова так дергается классненько и глаз светится. Ну, очень прикольно заморочились разработчики. Так что, ребят, быстрее проходите эту карту, чтобы получить этот скинчик, ребят. Потому что скоро он исчезнет, когда закончатся все наши рождественские каникулы. Ну что, ребят, всем спасибо, вы были на канале Счастливый Кролик. Думаю, рождественские танцы нам не помешают. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик. Ну и также не забудьте про лайк. А впереди вас ждет очень-очень много крутых видео, ребят. Всем пока-пока и хороших рождественских каникул, ребят. Пока-пока, с вами был Счастливый Кролик и его подписчики. Пока.